Всем привет! Вот уже почти середина октября. Хочу показать, как у нас выглядит наш двор, наш палисадник в это время. Температура на улице 10 градусов, тепла. Цветочки еще цветут. Немножко герани уже потихоньку пропадают. Следующую неделю обещают еще до 18, там несколько дней. Вот здесь у нас перцы. Я думаю, что они еще не созреют, и берем. Здесь даже еще один баклажанчик есть. Он там спрятался. Тоже надо уже снимать. Калеусы. Георгин. Уже герань. Эта роза уже все продала, он еще бутоны набрала. Да, жалко. Летом, конечно, такая красота. Ну, сейчас еще немножко все это радует, все равно, тем не менее. Вот какие-то цветы. Здесь тоже у нас калеусы, георгины. Там вот внизу один сорт. Это другой. Но эти георгинчики, конечно, еще хороши. Пальмочки наши. Клумба. Здесь вот эту пальму надо поставить где-то потеплее. Она, в принципе, до минус 17, но все равно лучше ее от ветра убрать. Совушка что-то съехала. Поправим. Вот. Клумба еще такая. Еще очень даже неплохо. Помидоры надо все снимать, они от холода. От холода, от сильной влаги, потому что дожди здесь все трескается. Надо убирать. Уже толку с них не будет. Хоть, может, какие-то целенькие снять, да положить, чтобы покраснели. Вот так на веранде здесь. Чистенько, культурненько. Вот еще помидоры здесь есть. Но эти более-менее надо снимать, конечно. Зеленые тоже надо снять. Видно. Вот он, видите, как треснул. Ну ничего, скушать его еще можно. Наверное, сегодня все сниму. Здесь паприка. Была желтая, оранжевая, но вот эти вот еще темные, они еще не созрели, ну, наверное, уже не успеют. Ну, можно и зеленую скушать. Здесь еще пару баклажанов. Здесь были огурцы, все, я уже все вырвал. Уже все, огурцы пропали давно. Здесь герань такая. Здесь тоже помидоры, тоже надо все убирать. Это маленькие такие, уже куст желтеет. Эти маленькие внук наш очень любит. Они, когда с внучкой бывают, любят их поклевать. Здесь желтенькие, там помидорчики есть. Тоже телевская сюда, надо срочно все убрать. Вот как-то так, ребята. Надо немножко отрывать, которые высохшие. Ну и вот на веранде покажу. Здесь вот бугенвилью занесли с улицы, потому что она холода боится. Вот такие здесь у нас кактусы. Всякие разные. Симпатявые. Там герань тоже. Или... Вот цветочки тоже с улицы. На улице стояла пальмочка, занесли. Здесь так. Здесь кактус. У нас кактусов хватает разных. И здесь вот пальма. Но эта пальма холода боится. Поэтому ее на улицу не надо выносить. Здесь вот еще герани. И вот это такой цветок. Вот здесь 21 градус тепла. Здесь, конечно, хорошо. Ну вот как-то так.
Всем всего самого доброго. Всем пока.